Вирасана. Поза героя. Опуститесь на колени и руки. Сомкните колени и расставьте ступни на ширину ягодиц. Руками расплющите икроножные мышцы, чтобы количество мышц с правой и левой стороны голени было одинаковым. Затем руками разгладьте мышцы икр к пяткам, отводя руки по мере того, как вы садитесь между ногами. Если ягодицы не касаются пола, то сядьте на одеяло, положив его между ступнями. Руками поверните мышцы бедер внутрь. Затем сместите ягодицы назад и в стороны. Также освободите кожу от голени до колена. Растяните внешнюю и внутреннюю поверхность стоп назад, чтобы стопы не обхватывали ягодицы и не расходились в стороны. Руками поправьте стопы, если есть необходимость. Вытяните назад пальцы ног, особенно мизинец. Сожмите внешнюю часть голени и лодыжек к центральной линии тела, чтобы пятки прикасались к бедрам. Опустите кости ягодиц, втягивая крестец и поднимая его кверху. Не отрывая ягодиц от пола, вытяните переднюю часть таза вверх. Поднимите стороны груди и ключицы, чтобы плечи стали квадратными. Не опуская груди, поднимите задние ребра, вобрав внутрь лопатки. Вытянитесь в небо и смотрите прямо. Если в коленях чувствуете боль, то подкладывайте одеяло столько, сколько нужно, чтобы устранить эту боль. Бедро должно растягиваться, но без боли в коленях. Если в ступнях почувствуете боль, то подкладывайте свернутое полотенце под ступни. Сложите руки в замок и протяните их над головой. Сведите плечи друг к другу, чтобы бицепсы касались ушей. Вытягивайтесь как можно выше, тянитесь основаниями указательных пальцев вверх. Не позволяйте ложным бедрам выпячиваться вперед, когда выпираете нижние стороны лопаток в спину. Отведите голову слегка назад, чтобы уши были на одной линии с плечами. Дышите ровно и смотрите прямо. Расслабьте язык и глаза. На выдохе освободите руки. Чтобы выйти из вирасаны, слегка наклонитесь влево и обхватите правую лодыжку. Правая стопа должна оставаться рядом с ягодицей и колено близко к груди, когда ставите правую стопу перед собой. Поставьте стопу на пол, а затем расслабьте ее, отведя ее в сторону. Наклонитесь вправо и достаньте левую ногу. Поставьте ее близко к ягодице на пол. Теперь расслабьте эту ногу, отведя ее в сторону. Наконец, вытяните ноги вперед.